Вася, хорошо. Не надо? Теплее будет. Алисон сняла, давай снимем. Жалко, вот задняя эта не попадает на пленку. Волшебство какое-то. Вот, Маша, снимаешь. Thank you.
Точно один раз еще. Так вы не подавали еще. Ноги туда. Паша сетку подал, и потом все сядешь. Не, мы два раза подавали. Паша подавал, и я подавала. Ребят, дайте два. Вообще. Ты когда подавал? Да, сейчас Паша. Мы два раза подавали. Да без разницы. Вообще переживает. Вот и все. Буду злиться. Ходите по-плохому. Давайте заново. Давайте, давайте. Того? У нас стоит диагональ от меня, я думаю, вот. Вон туда. У всех по нулям. 0-0, да? Да пофигу, я не читаю. Здравствуйте. Вежливость куда-то делась. Кто у нас проходит? Так, что, теперь раз 0-0 мы начнем. Мы в прошлый раз выиграли. Катя, где наша схема? Она посыпалась. А что такое? А что такое? Кто у вас стоит? Паша начинающий. Я чувствую, как в нем потенциал. Конкурент.
конкуренцию. Вот он вырастет и будет лучше меня играть. Что, кайфово? А это не сложно. Хорош. А! Вот, например, уже. Да, согласен. Два-два. Тебе надо яблоко? Поэтому надо было протолкнуть его ладошкой ударить. Более, да, ну как бы. А если на цепь, то можешь крабиком вообще туда. Подождите. Они разговаривают. Подайте заново. Подача летит. Смотри на них.
Туда. Валера всегда разговаривает. Да, прикольно, конечно. Готова? Я уже пошла сейчас. От перестановки слагаемых сумма поменялась. Я что-то не забыла. Вероник. А, блин. Давай мочи. Леона. Зачем нам подавать в Юлю-то, я не понимаю. У меня сорвалось. Мы будем подавать в короля, который не будет принимать. У нее прям уж прям в квадратик. Это лучше, чем молчать. Сейчас я тебя поснула. Иди. А что я помочь? Отходи. Я. Сюда. Или туда. Это такой турецкий какой-то краб. Меняемся, ребята. У них защитный зон. Да. Спасибо, девочка. Сюда, так, сюда. Кому вам? 9-6. Ничего себе помощник. Ой, как хорошо. Но не совсем точно. Честно, нам помешали. Ладно. 0-6.
саму. Руки мои, мои руки нам помешали. Ладно, на первой партии, а? Может, он какой? Может, тактика такая была? Да. Ну, вообще, как? Да, не надо было его разлить. Да. Сейчас он тут расщеклится. Давай побыстрее только, ладно? Сейчас, прости меня. Подождать? Да. Давай. Юль, ты сейчас мне блок ставила, что ли? Погнали. Аут. А твои подачи? Или мои? Не знаю, давай я. Я, наверное, всех подал. Да, я подаю. Семь ноль у нас получается. Воу, что началось? Спасибо. Спасибо. Уже лень больше снимать, надевать. О, какой прием, слушай, класс. Воу! Много чего неожиданного бывает. Ты постарайся, пожалуйста. Я очень стараюсь за это. Иногда руки мешают. Что у нас там, 1-7? Да. Иногда не мешают. Мы сейчас до 15 сделаем, пойдем спать, да? Хороший! Ой, косяк! Я понападала. Я уже буду как играть. Не. Вообще. Я подаю. Я только что подавал. Я подавала. Я только принимать там. Нет, мы принимали. Ты принимал. Вообще не расстраивайся, смотри, все хорошо. Да, конечно. Хотелось поиграть. А тут я сама и запорола. Слушай, мы здесь для того, чтобы учиться. Если бы мы были профессионалы, мы бы играли где-нибудь сейчас это. На чемпионате России. Конечно, правильно. Или на чемпионате Европы. Если бы родились не в России. Нет, зачем нас видят? Если бы родились не в России. Россияне пускают туда. Мы будем за сборную Китая. Давай, Паша. Идеально! Идеально! Что ты делаешь-то? Ну где ты? Что ты спишь? Сорян. Обычно я так не стараюсь не делать. Да, ты все в порядке, да? Все, пора уже домой. Как выбесить партнера. Да. Что он тебе сделал? А мне... За что? Чтоб ты делал, что ничего. Это не планировалось. Все в порядке, мне вообще не парит. Ну просто я хочу понападать. Хорошо, у меня такой шанс единственный раз. Хорошо, да. Больше так не делаешь. Так, что, два или три у вас? Три, да, хорошо. Идеально. Удар. Давай. Супер. Молодец. Давай. Где-то я это уже видел. Восемь у нас, восемь. Нерву как струна, говорю. Молодец. Егор такой, девочки у нас блок не ставят. Я говорю, Егор, ты не видел, как девочки играют? Твоя мама блок ставит. В тапке. А потом еще и забивает. Вот так вот, дави! После отскока от блока еще и отыгрывает мяч, а потом еще и ее забивает. 9-3, да? 1
8. 9-13. Нам. Не очень хотелось. Все, Зайц, давай. 0-3. Мочи. Принимаешь, я даю пас. Я подумал, что у тебя уже было касание мяча, поэтому в этой партии можно. Ну ладно, говори. С любой довод. Даже если вот туда ты довела, мне давать все равно в 3, да? Давайте, давайте, погнали. Зрители ждут. Аут. Аут. Судья подтверждает аут. Ну там мы посмотрим потом замедленно. 0-3. 2-8 или 2-9. 2-9, наверное, да? Ну примерно. 2-9. У нас 0-3, у вас как? Нет, у нас 0-3. У нас 1-3. 1-3. 1-3. У нас 24. А сейчас даже у нас будет 24. Как это посчитаете? О, вот это да, вот это борьба! Марина просто давит авторитетом. Тихо, в тот же раз, когда мне что-то сказали, хвалебно, я сразу запоролась. Поэтому давайте потише. Главное напугать. Ну, что ты кричишь? А мне показалось, что он нас падает просто. Все. А я еще тут стою, бамбук курю. Я уже смотрю, у нас падает. Волейбол смотрю. Да, смотрю волейбол. Хорош! Я не знал. Да-да-да, ты если что успеваешь, ты кричи, я, он пропустит, ты сыграешь. Ага, ну. А вот тут нужно еще успеть крикнуть. Да-да, вот это вот самое. Так, 4-2. Контрольно, 4-9. И подает Вероника. Я тренирую этот кат, Кис. Ну, что ты смеешь? Кит-кат? Ну, тебе под этот кат другой пас нужен. Просто. Под этот кат нужен пас на сетку. Ты даешь 1.5 метра от сетки. Ты не поняла это? Правильно, так правильно. Ты это не поняла? Давай на нет, сетку. Так я же не знала, что ты этот кат тренируешь. Я тебе даю прямо, чтобы ты катил. А ты хочешь туда, это другой пас. Зайка. Нет, Зайка, ты неправильно говоришь. Мне всегда нужно давай. Давать на сетку. Мне. Нет, блок. Ну, какой ты не на сетку? Ты что, шутишь? Да просто надо катить 0-4. Туда. 0-4. Я тренирую этот кат. Мы ведем 4-0. Спокойно. Ладно. Вообще ты нападаешь. Спасибо, отличный пас. Да вот такой не лучше, делай, Зая. Да, лучше даже я такой не делаю. Конечно. Ну ты мог назад откинуть? Нет, Сергей до него дошел вообще. Наш! Ууу, это победный гол! Кто-то должен взять на себя решение. 1-4. Тянула руку. Мяч. Я. Мячик давай. Еще контроль.